Итак, всем привет, с вами Миха Dark Dragon, и сегодня мы будем проходить игру Vanish, точнее пытаться ее проходить. Я помню, когда-то была версия 0.2, B что ли там, она в принципе была еще такая сыренькая. Ну что ж, посмотрим, что же изменилось в версии 1.0. Что же появилось нового? Ой, что-то происходит? Press Enter to skip. Нет, я хочу посмотреть. Меня куда-то тащут. Ой. Опа, нифига. Взяли и выбросили. Нормально. И мы отрубились. Хорошо. Так, хорошо, давайте осматриваться. Ну, я помню, в версии 0.2 мы здесь тоже начинали игру, только нам не показывали тот ролик в начале. Пока, в принципе, различий особых я не вижу от предыдущей версии. Shift. Окей. Лампочка зеленая, прикольная. Да, только теперь я играю в 1080p, я думаю, мне будет страшнее. Почему-то. Кстати, почему такой очень низкий потолок? Или мне кажется? Насколько я знаю, мы сейчас находимся в какой-то канализации. И мне особо это и не нравится. Так, как это проверить? Черт! Так, какие-то ключи, господи. Глоустики. В общем, они дают свет, эти глоустики. Ну, в общем, байда разная пишется. То, что как бы, найди ключи, найди глоустики, они тебе помогут выбраться отсюда. Блин, а темнота такая, нет, впереди жесткая. Ни хрена не видно. Алло, 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 алло. Непроглядная тьма просто. Так, это что за записка? А, it sure... Блин, it sure smells down here. I'm talking a lot more turns to get to the generator room. Then I remember. Понятно, нам нужно идти в генераторную комнату. Да не шуми ты так решетками, идти то не наитить. Нас же сейчас монстрек встретит. Вот так вот придет и встретит. Ты думаешь, нам... Так, я не понял, почему тупик? А куда мне тогда идти? Тут как... Интересная стрелочка такая, блин. Показывает идти туда, а там ничего нет. Замечательно просто. Насколько я знаю, тут идет генерация уровней сама. То есть может генерироваться любая камера. Но пока что-то мне это... Не камера, а карта, блин, камера. Какая камера? Любая карта. И пока что-то мне эта карта не особо-то нравится. Какая-то она странная. Так, не понял. То есть мы пришли оттуда... Бляха-муха. Мы же пришли оттуда, и здесь ничего не было такого. Хэнк, я не уверен, что ты идешь... Та-да-да-да... А, бляха. Вот зараза. Твою мать. А вот это уже стрёмно. И самое-то главное. Это что такое? Тихо. А! Твою мать. Вы видели его? Нахер с ним, нахер его, нахер. Ой, бляха, это капздец. Фу, я слышу, там такие звуки странные были, это... Так, нафиг, я полезу сюда. Я думаю, что я здесь буду в безопасности. Наверное. В какой-то клоаке. Не, ну вы видели, увидели, он прям на меня шел. Хоть и медленно, но шел. Твою мать. Так,
когда током мне шандарахнет. Бля, куда я хоть вылез-то хоть? Хер пойми еще. А вдруг он сейчас тут впереди где-нибудь так... тупик. Не хочу тупиков. Они страшные. Блин, как бы мне на него не наткнуться, ёпарасоте. Бляха, нет, мне в жопу. Понял, понял, он там. Нахер, нахер, полезай. Твою мать, нахер, я туда не пойду. Лезу обратно. Блин, атмосфера вообще давящая просто. Это что такое? Какой-то значок. Бляха-муха, это капздец. Тихо. Пока никого не видно. Ну это пока. Так, ну здесь мы явно не были, я не помню эту лужу. Или были. Да не шумит так решеткой. Нас же услышат. Я считаю... На-на-на-на. Вон он, смотрите. Видите его, видите? Эй, бабайка. Бабайка. Можно приблизить как-нибудь? А хер с ним. Потихоньку, полегоньку уходим от него. Нахер мне его тут тревожить. Мне и так своих проблем хватает. О, какая-то генераторная. Так, окей. Ищем что-нибудь полезное. О, глустики, отлично. Так, в жопу. Блин, тут очень много разветвлений. Я лучше пройду вот сюда, потому что монстр, я так понял, пройти сюда не может через это вот отверстие. Мать твою. Быстрее, 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 быстрее. О, это что такое? Мне сюда надо прыгнуть? Как ими пользоваться? Блин, что-то стрёмно как-то. Ой, ё-моё. Да он меня даже глустиком напугал. Я так понял, сюда мне прыгать все-таки не надо, да? Блин, ну как-то хочется проверить, блин, а потом просто заново не хочется начинать. Я думаю, это будет очень глупая смерть. Жопу! Жопу, понял. Прыгаем. Ой, дурак, да? Понятно все. Ну да, вот так вот я глупо решил умереть. Блин, даже как-то обидно, потому что я так и знал, что я там сдохну. Но, блин, ребят, это может быть моя была первая попытка. Если вам слишком понравится это видео, я думаю, мы продолжим проходить этот ужасный тоннель. Я всех благодарю, кто посмотрел это видео. Надеюсь, они также смотрели это видео и пугались. И я надеюсь, что вы смотрели это вечером все, чтобы это нагнетало атмосферу. В общем, с вами был Миха Драгдрагон. Ставьте комментарии, оставляйте лайки. Всем удачи и пока.